Создана карта преступности Караганды, в которой оперативно отображаются совершенные в городе преступления. Данная карта доступна для каждого интернет-пользователя в соответствующем блоке на информационном сервисе Комитета по правовой статистике. Сначала преступление регистрируется и вносится в базу данных, затем отображается на карте, по которой можно определить, какие места в городе наиболее криминогенные. Точкой красного цвета отмечены места, в которых за месяц совершено более 3 преступлений. Пока карта преступности создана по Караганде. Ожидается, что такие карты появятся по всем регионам области. На сегодняшний день в Карагандинской области за 9 месяцев этого года было зарегистрировано 18 преступлений. В прошлом году за этот же период было зарегистрировано 14 преступлений. Согласно данным карты, в Караганде в сентябре больше всего преступлений было совершено в помещениях 2 ночных клубов, а также по улице Букпинск.